Ігор Кутузов – психолог, сексолог, автор двох книг про лідерство та ораторство. Так, доброго ранку. Доброго. Вітаю в нашій ранковій студії. Сьогодні така у нас цікава тема. Я думаю, вона завжди хвилює всіх, тому що не знаємо, як себе поводити інколи в суспільстві, тому що наше тіло говорить за нас більше, ніж ми самі, так? Так і є. Погоджуєтесь. Отже, давайте розбирати, що ж таке оці міміка і жести з погляду психології. Чому ми інколи говоримо, ось, наприклад, а рухаємось, от як я зараз, знаєте, і якось показуємо своїм тілом, що можливо десь нервуємо або ні. Эволюционно, с точки зрения психологии, жесты и мимика – это было не просто какое-то декораторство нашей речи, это было средство выживания. Угу. Потому что изначально человек не имел возможности конструировать свою речь, но нужно было как-то общаться. Ну вот как украинцы, которые едут на заработки в Европу. Угу. Языка не знают, но нужно как-то показать, что, куда и как. Мимика завжди допоможе, так? Да. И плюс это имело непосредственную, скажем, помощь в выживании. Если человек чувствовал агрессию, угу. как если сейчас он сжимает кулак и что-то говорит, как современные, например, политики. Ну и согласитесь, защищаться, когда у тебя уже готовый кулак, куда легче. Угу. Или испугался, поднял вот так вот плечи, шею опустил, и, по крайней мере, тигр-волк тебя не загрызет в горло. То есть эти наши эмоции, жесты, угу. они как да, вот следствие нашей долгой эволюции. И сейчас мы можем интерпретировать человека, его чувства, благодаря вот таким вот эволюционным следам. Угу. Отже, ми розібрали, що воно таке, чи можливо контролювати це? От, і скільки цьому треба вчитися, щоб розуміти, що ти маєш говорити, і цим самим і тіло має підтверджувати твої слова. Тому що бачимо, що деякі оратори відомі, вони все ж можуть себе контролювати. Скільки нам, наприклад, звичайним, можливо, людям контролювати, ну, вчитися, щоб контролювати свої жести? Контролювати себе постійно, круглосуточно, я думаю, що це практично невозможно. Угу. А якщо можливо, то будуть дуже серйозні психологічні потім проблеми. Но, по крайней мере, человек публичный, он всегда учится этому и всегда, ну, хотя бы там несколько часов в день должен этому научиться, потому что представим, что политик устал за целый день, угу. ему нужно еще и говорить, и он такой всем своим делом показывает, ребята, я устал, хочу спать, есть. Нет, он выходит, выпрямляет спину и начинает говорить. Угу. Як вивчити мову тіла? Як от бачити це і розуміти, що воно, що людина зараз думає, чому, можливо, те, що вона говорить, не співпадає з тим, що вона от саме тілом показує? Современные ученые предлагают нам, как пример для изучения жестов мимики, приматов. Угу. И даже сравнивают политиков с приматами. Может быть, вы видели фотографии там Буша, в частности, самый популярный. Угу. Вот. Точно так же и человек может просто наблюдать. Милтон Эриксон обосновал свою школу гипноза благодаря тому, что просто наблюдал. Наблюдал и изучал. Угу. Вы можете также просто встать в позу того оратора, на которого вы смотрите, вот, повторить его жест, мимику и просто почувствовать, что транслирует эта поза. Угу. Также быть внимательным, потому что микродвижение губ, носа, глаз – это все небольшие слепки, маски эмоций. Если вы будете наблюдать, вы сможете тогда понимать, что человек чувствует и что говорит. Я вже уявляю, сидимо ми зі співрозмовником, і я так сиджу і дивлюсь на нього, що ж він говорить, а я навіть не слухаю, просто дивлюсь, що ж він робить і що ж він зараз відчуває. Чесно, мені зараз з вами трохи навіть складно сидіти, якось себе поводити, бо я знаю, що ви ж в цьому розумієтесь. Ви знаєте, що, можливо, якщо я десь якось не так рухаюсь, то ви вже знаєте, про що я думаю, так? Ну, я настільки лінив, що я це не роблю. Все, добре, все, я розслабилась, клас. Отже, чи завжди ця невербальна наша мова тіла, вона стала? Тому, чи міняються все жести? Можливо, от, в якийсь період ми сум показували просто якось опущеними там очима чи губами, а тепер інакше сум показуємо. Чи є ось таке? Чи все ж воно завжди... Средство отображения чувств в основном у каждого человека оно статичное. Угу. Но фоновая эмоция может меняться. То есть, я думаю, вы замечали, по улице ходят люди, и у них на лице там у одного написано обида, грусть. Угу. Ну вот такое фоновое погруженное состояние. Но человек как-то смог проработать это в своей жизни, трансформироваться, и теперь фоновая его эмоция будет немножко другая. Но сам способ, средство отображения радости, грусти, в основном он не меняется мимикой.
Зараз я пропоную, у нас є декілька фото відомих людей, політиків. Я думаю, так, теорія, а от на практиці давайте будемо все ж розбиратись, які жести, міміка, що вони означають. Тобто, наприклад, ось перші фото, давайте з ними розбирати. Це американські президенти, тож давайте по ним дізнаватися, що означає цей жест, ця міміка. Этот жест, указывающий перст, указывающий палец, ну, во-первых, он говорит о доминантности человека в данной ситуации, потому что он имеет возможность указывать на что-то, на человека, на проблему. То есть он что-то понимает, если он способен сформулировать и указать, сконцентрировать внимание людей на четкой проблеме. Или же вот так вот перейти, скажем так, на «ты» с человеком, с которым он общается. То есть этот жест, который показывает то, что человек чувствует себя лидером в данной сфере или компетентным в сфере, о которой говорит. Тобто, якщо ми спілкуємося один на один, приміняти такий жест, то варто задуматись, можливо, вона дійсно дуже себе відчула лідером в якійсь ситуації і, можливо, якось це виправляти. Наступне. Ось так, відкриті руки, так часто люблять робити відомі і політики також. Що це означає? Очень хороший жест можна розглядати з точки зрения еволюції, тому що, коли существо збирається оборонятися, воно групується. Групується і показує вот эти сторони своїх рук. Этот жест показывает, смотри, я безоружен, я к тебе настроен хорошо, даже, может быть, обняться готов с тобой. То есть, по крайней мере, основные части моего тела открыты для тебя. То есть, подставлены... Это еще показать доверу, так? Открытость, доверие. Среда как будто безопасная. То есть, я таким жестом еще транслирую, что среда, в которой мы общаемся, она безопасная и доброжелательная. Наступный вариант. Так, зараз. Ну, по-перше, ми вже бачимо, так, які є варіанти, і знаємо, що до чого готуватись. Ось, це вже більше до міміки. Так. Поджатые губы. Поджатые губы, возможно, это что-то человек сдерживает. Возможно, появилась какая-то агрессия или ситуация, в которой ему некомфортно. Но поскольку личность публичная, выразить это, возможно, или неуместно, или как-то будет нехорошо смотреться, потому что есть еще фотографы, которые всегда стараются вот такие вот моментики выловить. Так, захопите. Наступный вариант. Ну, а тепер буду знати, що варто уникати такої міміки, бо я часто роблю так. Так. Ну, це давайте я вгадаю, це щось не хочуть казати, щось приховати, так? Може бути. Очень важно в інтерпретації цих жестів смотреть на контекст, на саму ситуацію, що происходит. То есть, да, я сейчас не буду говорить, что, возможно, людям холодно, они группируются, да, это маловероятно в данной ситуации, но, возможно, они думают. Когда мы думаем, мы входим в трансовое состояние и погружаемся в себя, то есть наше внимание с мира уходит в себя. И это связано с тем, что человек зачастую опускает голову, ну и, может быть, голова тяжелая, там много мыслей, чтобы она не падала, он поддерживает ее рукой. Вот. То есть такой вариант. Если же это происходит в активном диалоге, и человек как-то кладет себе руку и прикрывает рот, то есть, возможно, это уже означает, чтобы не сказать лишнего. Слухайте, ну цікаво, звісно. Це ж треба все розуміти, як, в якій ситуації, де це розбирати. Да. Як довго взагалі от нам вчити, наприклад, от, якщо ми захочемо, як довго вчити оці знаки? Чи це все лише за спостереженням за людиною? Звісно, так. Це наблюдання за собою і за другими. Ну и вот я бы привел такую аналогию. Есть анализ жестов мимики и есть чувствование. Какой-то человек сильно упирает в этот анализ, все пытается изучить миллионы книг, а можно сказать, что он пытается быстро идти, просто прыгая на правой ноге. А кто-то упирает на чувства, вот я чувствую вселенную, чувствую других, он налево быстро прыгает. Но, скажем так, зрелый человек, он может и анализировать, и чувствовать одновременно. То есть он идет твердо на двух своих ногах. Поэтому надо не забывать про чувствование себя и то, как вам в этом общении с человеком. Что вы чувствуете? Радость, вдохновение, тревогу, агрессию, спокойствие. И вот осознавать эти свои состояния и чувства. Дякую вам, що завітали. На жаль, не встигаємо все розглянути, але я думаю, ще буде час, ще будемо повертати до цієї теми, тому що вона дійсно актуальна і цікава. Тож, друзі, спостерігайте за своїми співрозмовниками і, можливо, не тільки прислухайтеся, а дивіться, що вони відчувають. Я нагадую, Ігор Кутузов сьогодні у нас був психолог в гостях, розказав нам про міміку та жести, просто про мову нашого тіла, що ми тепер і я себе буду контролювати, можливо, більше. Дякую вам, що завітали.